У Гомельском державном университете имя Франциска Скорины прошли мероприемства, присвященные святкованию первой годовины с дня открытия тут Института Конфуция. У снежне 2015 года подчас визиту делегации ВНУ у китайскую провинцию Тяньсу от керавництва Нанкинского университета науки и технологии поступила пропанова створить у Гомельском держуниверситете Институт Конфуция. Проз полгода был подписан протокол об намерах по суместным засновании такой установы помеж Нанкинским университетом науки и технологии и Гомельским университетом. Зараз Институт Конфуция содейничает развитию супрацовництва помеж двумя краинами у сферы эдукации и культуры, умацаванию сябровства и взаиморазумения помеж китайским и белорусским народами. Недавно одна из китайских компаний, якая занимается пропагандой вывучения мовы, выделила институту гроши на оснащение лаборатории. А кроме того, за год отрымалось наладить тривалые отношения с науковыми центрами Китая. До речи, учить эту замежную мову зараз может литерально каждый. Обучение китайскому языку проводится для практически всех слоев населения вот нашего города и планируем мы даже и в районных центрах. Это школьники, это специалисты, которые работают на промышленных предприятиях, и в силу производства необходимости необходимо некоторые знания китайского языка. Ну и более-менее фундаментальная подготовка к китайскому языку планируется для студентов филологического факультета. Институт Конфуция ГДУ имя Франциска Скорины один и региональный. Еще два находятся у столицы.